Пьяный мужчина, вооруженный ножом, захватил заложницу в московском супермаркете. Это сотрудница одного из отделов магазина. Нападавший требовал вызвать ФСБ. Женщина получила легкие ножевые ранения, но ее жизни ничего не угрожает. Мужчину задержали, он объяснил, в магазине прятался от активистов, которые решили, что он наркоман, и отобрали паспорт, а своими действиями хотел привлечь внимание правоохранителей.